Этот стол сделан специально для людей с поздней стадией болезни Альцгеймера, самой распространенной формой деменции. Движение фиксируется с помощью инфракрасного излучения. Разработка принадлежит британской компании OM Interactive. Ее сотрудники уверены, что стимулирование мозга помогает людям с деменцией жить более независимо и дольше оставаться активными и работоспособными. Очевидно, что музыка стимулирует префронтальную кору, однако также происходят физические и психологические стимулы. Мы знаем, что когда человек взаимодействует с чем-то визуально ярким и тактильным, то это позволяет ему сохранять независимость. Конечно, повернуть вспять ход деменции мы не можем, но можем улучшить качество жизни и поддерживать активность мозга. Все разработки представили на выставке в Лондоне. Это устройство называется «коробка памяти». В нее можно класть предметы и вносить в ее память звуки, которые с ними связаны. Также можно записывать любимую музыку. Вы заполняете коробку предметами и приклеиваете к ним датчики с технологией радиочастотной идентификации. То есть каждый предмет можно активировать. Коробка их распознает. Система воспроизводит звуки. То есть очень легко связывать предметы с определенной музыкой. А фонд БАД предлагает людям с болезнью Альцгеймера играть в пинг-понг. Как выяснилось, 20 минут игры активируют 5 участков головного мозга. Это эффективно и быстро. Невролог из США сравнил пинг-понг с шахматами на стероидах. Он помогает открыть мозг. Наконец, одна компания предлагает посочувствовать людям со старческим слабоумием. Для этого она придумала услугу «Виртуальная деменция». В небольшом помещении можно понять, как чувствуют себя люди с болезнью Альцгеймера.